Привет, ребята! Попробуем сегодня покопать. Копать будем вот здесь. Копать будем на поле. Много говорить не буду. Чего с этого получится, обязательно покажем. Ищем. Вот, ребята, такие здесь места. Поле. Ну, не суть. Так, вот. У нас сигнальчик. Долго искал. Нашел. Это, как по мне, обломок чего-то очень старого. Может, игла какая-нибудь была, скифа или черняха, не знаю. Но по зеленой патине видно, что старина. Сейчас посмотрим поближе. Вот такая вот штучка. Но жаль, что сломана. Второй половинки нет. Искал, но все безрезультатно. Берем. Брат чего-то ищет. Может, нашел сундук? Идти помогать? Итак, друзья, вот такая вот штучка. Находил я уже их не раз, и такой же точно находил. Это краник, ребята. Это просто краник из самовара. Насколько он старый, я вам не скажу. Я не смотрел. Они не очень дорогие. Если кучкой, может быть, что-то и будут стоить. А так, но дело не в деньгах. Кто сам не ищет, тот не поймет. Хорошая находочка. Берем, не переключайтесь. Вот с этой ямки выпала вот такая вот бляшка. Это у нас конина, ребята. Попадается часто, но в большинстве случаев своем сломана. А это целая. Интересная находочка. Берем. Почищу когда-нибудь на пилотку себе. Повешу и буду самый модный парень на деревне. Ветер поднимается. Ищем. Вот у нас, друзья, находочка. Сейчас проверим. Это пряжечка. Чья она? Одному Богу известно. Ну, какая-то толстая, не совсем ровная. Может быть, древних народов. Вот такая вот находочка. Да, друзья, попадаются пули, все такое. Снимать не буду. В конце на лопате обязательно покажу. Чуток потер пряжечку, она вот какая. Может, она из серебра? Дома проверим. По бумаге поведем. Ха. Интересно. Дома проверю. И обязательно бегущей строкой напишу. О, классная находка. Ищем. Опять сигнальчик. Било красиво. Как серебро. Вот у нас монетка. Вот, видите? Сейчас посмотрим. Я потерял. Посмотрим. Так. Чего мы имеем? Николай I. Сейчас протру. Денежка Николая I. 1853 год. Монетный двор я не вижу. Может, вам будет видно. Николашка. Вот бы Александра найти. Находочка. Продолжаем. Вот, друзья, вывалилась такая штука. Нашел сразу. Сигнал был сильный. И чего это у нас? Оно у нас тут отверстие есть.
Походу, да. Ну, по всей видимости, это, ребята, или прясло, или грузик с какой-нибудь сетки. Не знаю. Туман какой. А мы ищем. Вот, ребята, где-то я уже его нашел. Ага, вот он. Этот сигнальчик у нас. Смотрим, чего это. И что это такое? А, это крест. Блин. Сломанный. Это уже такой у меня третий, и все сломаны. Ну, вот так вот. Пополам. Крестик, штурвальчик. Поищу, может, где-то есть вторая половинка. Интересно, интересно. Ищем дальше. Вот из этой ямки почти фискаревой была вот такая штучка. Смотрите. Я думаю, это бляха, ребята. Сейчас мы увидим. Ой-ой-ой. Да, это бляха. Но... сейчас почищу, посмотрим. Ну, вот такая бляха с двуглавым орлом. Зацепы на месте. Сейчас гнуть не буду. Может быть, нагрею. И чего-нибудь с этого получится. Оно покажет. Ёжик! Лошадка! Так, ребята, вот сигнальчик. Вот он. Какая-то кругленькая штучка. Это у нас чего? Это у нас, по всей видимости, друзья, пломбочка. Сейчас чуток помою и посмотрим, может, есть какие-нибудь буковки. Вот, чуток отмыл. Так, с этой стороны у нас то ли 6П, то ли 6П. А с этой стороны у нас звездочка. Наверное, пломбочка уже времен Союза. Но все равно, такую еще не находил. Берем. Итак, у нас сигнальщик, и выпала вот махонькая конинка. Долго искал, думал, уже какая-то кака, но нашел. Сейчас посмотрим. Вот, смотрите, какая. Украшение конской упряжи. Их, наверное, начищали. И они блестели на солнце, на игривых скакунах. Берем. Берем. Ищем дальше. Туман такой, как бы не потеряться. Все сильнее и сильнее. Так, был вот здесь вот сигнальчик. Выпала вот такая вот штучка. Где-то ее видел. Где она? Ага, вот она. Вот она. Чего это у нас? Ага, какая-то шайба. Сейчас посмотрим. Вот такая вот штучка. Походу, это куда-то накручивалось. Хотя такой какой-то шоколадной патине. У нас резьба видна. Даже не знаю, такую штучку нахожу впервые. Может, кто видел, кто находил, подскажите. Вот, друзья, смотрите, вот старый след.
Вот. А вот я поймал сигнальчик. Чуток, наверное, не достал человек. И вот у нас монетка. Где ты? Вот тут. Сейчас посмотрим. Это у нас чего? А может и не посмотрим? Ух ты! Ха-ха! Это у нас копеечка масончик, друзья. Сейчас протру и посмотрим. Шикарно! 1 копеечка ЕМ. Это у нас масончик. 1837 год. Думаю, почистится и будет довольно неплохой экземпляр. Экземпляр, чтоб его голос в альбомчик. Волнуюсь. Люблю такие нежданчики. Собаки где-то лают. Охотники рядом. Как бы не пристрелили. Только что, ну, не успел камеру достать. Кабаны пробежали. Наверное, охотники спугнули. Так, ищем дальше. Копает. Так, у нас сигнальчик. Где ты? А, вот у нас. Монитосик. Монитосик. Это у нас... Ой. Вот она, бляха-муха. Вот такая у нас монетка. 57-й год. СССР. Монетка уже после смерти великого вождя была выпущена. Ну что ж, берем. Где-то там ходит Андрюха. Но мы туда пока не пойдем. Вот монетка. Я ее уже нашел, но еще не смотрел. Денежка. 1854 год. Николай I. Почистится и будет неплохой экземпляр. Ищем. Вот, ребята, спустился я с этого поля и ближе к болоту. И вот смотрите, чего здесь творится. Это все порыли дикие кабаны. Какое же здесь было стадо. Когда-то раз встретил кабан с полтонны точно. Ну, а может, у страха глаза велики. Свинья и 8 поросяток. Думал, сейчас сожрут, останется 1 лопата. Стоял, наверное, минут 10. Не дышал, не шевелился. И что самое интересное, когда они ушли, тогда уже начали ноги дрожать. Вот и такие истории бывают на копе. Ищем. Был очередной интригующий сигнал. И вот у нас такая штучка. Сейчас узнаем, чего это. Сейчас протру. Вот, друзья, это какая-то огромная пуговка. Вот так вот загнуто ушко. Но это пуговка. Я такую нахожу впервые. Да чего там нахожу? Вижу впервые. Это точно какая-то старина. А может, хуторщина, какой-то самодел. Если кто знает, подскажите. Хотя глупо было, все молчат. Ну вот такая вот интересная находочка. Итак, друзья, на сегодня все. Покопали неплохо, а подышали еще лучше. Мне коп очень понравился. Видели косуль, но снять не успели. Видели следы кабанов. Подышали на полную грудь. Да, про подышали. Анекдот. 5 секунд. Спрашивает нашего мужика: чего вы думаете о нашем правительстве? Мужик так набирает полные легкие воздуха, а ему: только без мата. Он: тогда я промолчу.
Если понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Еще будем встречаться. Итак, чего мы имеем по находочкам? По находочкам вот такой тюбик. Но это так просто, чего нашли. Вот бляха. Вот какая-то закруточка. 50 копеек ходячка. Какая-то загадочная шестереночка. Краник. Пуговка совета внутри пластмассовая. Вот эта ручка, я думаю, с ножа. Вот иголочка. Или наконечник иголочки. Я думаю, старина. Вот копеечка масончик порадовала. Вот пломбочка. А вот это, я думаю, рядом с ней. Вот это вот где она. Вот это, я думаю, заготовочка на пломбочку. Конинка. Две денежки Николая Первого. Вот патрончик 45-го калибра. Какая-то бряшечка. Пульки, какие-то обломки. Свинцовая какая-то штучка. И вот еще такая штучка. Не знаю, что это. Вот видите, здесь такой зацепчик. Тут зацепчик. Может, кто знает, подскажите. Но все молчат. Сам найду. Сейчас покажу гильзу ближе. Надпись гласит Петерс 45АС. Может, кто знает, подскажите, пожалуйста. Ну, на сегодня все. Удачи!